Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Свіданом. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, на календарі у нас 17 вересня. Це для глядачів. І дивляться наш стрім. Давайте нашу розмову розпочнемо з новини. Видання «Політику» пише про те, що головком Залужний, коли ще був при своїй посаді, тоді виступав проти операції Збройних сил України в Курській області, коли вперше Володимир Зеленський підняв цю тему. Крім нього, також був проти і командир 80-ї десантно-штурмової бригади Еміль Шкулов, якого також, до речі, звільнили. І заперечення генерала полягало у відсутності другого кроку – пліста прориву російського кордону. Єн Столтенберг, зокрема, говорить про Курську область, він каже, що ризики є, але українці дуже здібні. Романе Григоровичу, якщо абстрагуватися, в принципі, від персоналів, все ж таки, от чи дійсно другий крок після прориву кордону РФ і наразі лишається ключовим? Ну, дело в том, что на поле боя ситуация меняется иногда в течение часа, не говоря уже в течение дня, недели, месяца или там полугодия. Поверьте, иногда в течение часа приходится принимать иногда диаметрально противоположные решения. А в авиации, я летчик, иногда бывает в течение секунды принимаешь разные решения в зависимости от ситуации, которая складывается в воздухе за счет скоростей, за счет задач, которые выполняет авиация. Все дело в скорости принятия решений и в возможностях. В начале года была одна ситуация, если вы помните, в начале года россияне пытались двигаться на Авдеевку. Это только тогда начало, это продолжали, пытались выдавить нас из Авдеевки, дальше прорваться на ту же Карловку, на тот же Покровск, но это уже все было потом. В начале года была такая ситуация. И, естественно, вопрос по разворачиванию действий, допустим, в районе Курска с задачей, допустим, выхода чисто на Курскую территорию не имел действительно второго этапа как такового. То есть не было основной задачи, кроме разворачивания дополнительных фронтов на том направлении. То есть это называется изменить архитектуру фронта. Она сейчас изменена, мы развернули фронт на север. Но тогда, год назад, естественно, этой задачи пока не стояло. И тем более вторая задача, основная, которая сейчас выполняется нашими войсками на Курском направлении, это связывание российских резервов. Тогда тоже такой задачи не стояло. Они не прорвались тогда на Покровск. Причем это уже оперативный прорыв. Одно дело, долбились в Авдеевку, так они там могли долбиться до второго пришествия. А другое дело, прорвали две линии фронта и зашли уже к третьей, к Покровску. Это оперативный прорыв. Здесь было правильно принято решение именно на этом прорыве попытаться связать дополнительные силы россиян, что в принципе получилось. То, что не говорил, десятки тысяч россиян сейчас связаны на Курском направлении. 106-я дивизия ВДВ связана, Тульская, именно там. Части 155-й, 810-й бригад морской пехоты там связаны. Поверьте, если бы они сейчас появились в районе Покровска, россияне бы уже по Покровску вышивали бы. Ну, то есть это правильное действие как таковое, но его не было, как проблема не было в начале года. Поэтому связывать, так сказать, общую операцию как таковую и принятие решений непосредственно в тот момент, когда она принималась, это две разные разницы. Тем более все зависит же от количества сил, средств, которые на данный момент выделяются. В начале года, вы вспомните, у нас было полностью остановлено финансирование американцев. Полностью остановлено. Так это в начале года. И потому Залужный в этом смысле, это действительно, если его речь, он, может быть, был бы и прав. Почему? Потому что без дополнительных средств, без понимания, откуда мы будем брать средства на оборону, потому что тогда задача стояла обороняться на восточном фланге. Без этого, конечно, никакой операции в другом месте не было смысла где-то начинать. Но уже после того, как выделили 60 миллиардов, более-менее пошли в боеприпасы, понимание процессов, по крайней мере, и то сейчас есть смысл выполнить эту задачу. Поверьте, если завтра, допустим, завтра утром мы узнаем, что нам разрешили работать всем оружием, которое нам передали, и на любую дальность, так завтра еще будет третий этап, мы тогда развернемся вообще в сторону Курска, в сторону Белгорода, развернем определенные
действия. Ну, то есть это все зависит от той ситуации, которая в данный момент есть. А Курская операция, она сейчас, она очень, для нас это положительный эффект, однозначно положительный, начиная от того, что мы обезопасили направление на Сумы и заканчивая связыванием российских войск на этом направлении. Там, если так, вспомогательных еще где-то с десяток задач, которые мы выполняем на этом направлении, связанных, начиная от военных дел и заканчивая геополитическими вопросами, которые, ну, сейчас легли на путинскую военно-политическую администрацию таким тяжелым бременем. Почему они носятся по всему миру, вымаливают у всех, верните обратно укров с российской территории, мы же так не договаривались. Ну, вот примерно так это сейчас звучит от путинских говорящих голов. Сухопутні війська поповнюють обмінний фонд на території Курської області, зокрема, 61-ша окрема механізована бригада сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, 4 з них мали серйозні поранення, і вони врешті підняли білий прапор. Також відомо, от видання Forbes пише про те, що у Збройних сил України на території Курської області з'явилася нова стратегія – швидко переміщатися та брати російські війська в оточення. Чи можна так от з таким висновком погодитись чи ні? Ні, ну це не нова стратегія. То есть они обозначают, сейчас артикулируют, это нормальная стратегия, ее тысячи лет используют все армии, такие мобильные группы, которые выполняют прорывы, окружение, мини-котлы создают. Это так называемая либо активная оборона, если в режиме где-то обороны, либо наступательные действия, маневренные бои, так называемые. То есть это особенно, когда не стоит задача захвата территории. Вот у россиян они связаны по рукам, по некоторым позициям, они захватывают территорию. И у них основная задача захватить больше территории, развернуть там оборонительные определенные механизмы, ее контролировать. То есть это очень много сил, средств для этого надо. Не только боевиков, которые идут, допустим, на линии боевого соприкосновения, а еще целый обоз, который должен контролировать всю эту территорию. У нас другая задача. И почему, допустим, Курская операция для нас это большой положительный момент? У нас стоит задача уничтожения противника, уничтожения армии противника. Мы, если бы нам удалось ее уничтожить под Москвой, так надо было планировать вообще движение в сторону Москвы и уничтожать ее там. Я просто для понимания процесса говорю. Сейчас на Курщине у нас лучшая ситуация по уничтожению противника. Помимо того, что мы его уничтожаем, связали, уничтожаем, мы не привязываемся к территории как таковой, мы можем двигаться. Я неоднократно приводил уже в пример это действие в свое время Ковпака. Помните партизан Ковпака? Походы эти сотни километров по тылам противника выкашивали тогда в свое время фашистов в ноль практически. По тылам, почему? Потому что там нет оборонных рубежей, определенных тыловые обозы, то есть выкашиваются. То, что мы сейчас сделаем, в принципе, можем делать и по Курскому направлению. Это одна из задач. Опять же, идет поражение живой силы, техники противника. Плюс они еще попадают в окружение. Причем россияне там, не выстраивая, они тоже толком не выстраивают линию обороны, они пытаются накатами как-то нас продавить, и они попадают в эти ловушки. Они заходят в какую-то деревню на Курщине, а наши войска ее просто там вход-выход, грубо две дороги пересекаются. И дальше это уже оперативное окружение. Выйти они из нее не могут, попадают под пулеметный огонь. И пройти по дорогам тоже не могут, потому что там уже пристрелено нашей артиллерии. Все, а дальше ждем, пока они спекутся. Они пекутся несколько недель бывает. Сидят в деревне, сидят, пока все не выйдет, не перебьют всех курей, не выпьют все, что там есть, в конце концов передерутся, и потом приходится их теплыми брать, но, правда, покалеченными в том числе. Это я утрирую, но примерно для понимания процесса. Это точечные, не глобальные, конечно, это вещи. Это не взятие там сотен тысяч россиян в плен. Это где-то отделение, где-то взвод, где-то там до полуроты, не более того. Но, тем не менее, это пополняет наш фонд, который мы видим сейчас, наш обменный фонд, который используется для возврата наших ребят с плена. Уже третий год некоторые сидят в этом плену.
Росія налаштувала жорстоку та показову страту українського беззбройного воїна із перев'язаним скотчем руками. Вони закололи його мечем, на якому написано «За Курськ». Ймовірна страта – це сталося біля міста Новогродівка. СБУ та прокурори ведуть невідкладні слідчі дії та розшукові дії. Романе Григоровичу, що із цим всім робити? Де реакція міжнародних організацій? Вони взагалі можуть включитися і якось вирішити ось цю проблему? І ось ці випадки, які ми бачимо, це ж не перший вже випадок. Тому що це не перший випадок, і видна концепція роботи взагалі росіян, то і протидія повинно бути таке. Просто определіть, з ким ми воюємо. Ми воюємо з бешеними собаками. Це бешені собаки. Вообще Российская империя – это бешеная собака. Натравливает ее, как ни странно, бешеную собаку очень сложно натравить. Но тем не менее, нашли механизмы натравки китайцы. То есть Си Цзиньпинь эту бешеную собаку натравил на Европу, и она сейчас кидается на всех и вся. А механизмы такие же, как у простой бешеной собаки. Вы что, ее будете судить или будете говорить «ай-яй-яй» или «что вы делаете» и так далее? Да, они же на это не реагируют. Бешеную собаку можно только пристрелить. Вариантов других нет. Я вообще не понимаю, зачем все это документировать, расследовать и так далее. Ну, для чего? Чтобы что? Вы что, вылечите бешеную собаку? Нет. Ее что? Что можно сделать с бешеной собакой? Пристрелить, уничтожить. Вариантов других абсолютно никаких нет. Вот документировать участие, только участие вообще в общей концепции террористических атак по Украине, вообще выполнение задачи уничтожение украинской нации, то есть геноцида украинцев. Это можно, по большому счету, но это очень быстро делается. Фамилия, имя, отчество, определенная привязка, а дальше в общую очередь на уничтожение с помощью техники сейчас, а потом с помощью наших спецслужб, которые найдут кого угодно. Поверьте, нигде они не спрячутся. Сколько их там будет? 500 000. Мы уже сколько раз с вами считали. 500 000 минусуется за 15-20 лет. Где бы они ни были. Моссад минусовал там 50-60 лет, непонятно почему долго там, но это они под конец уже за каждым оставшимся нацистским преступником бегали по всему миру, но тем не менее отминусовали всех. Здесь решим этот вопрос за 15-20 лет, смысл на них заводить какие-то дела, их надо просто уничтожать и решится этот вопрос. Это бешеные собаки, они же еще кого-то покусать могут, бешенство потом на других перейдет. Поэтому чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Уничтожать сейчас оптимальный вариант – это средствами поражения. На данный момент средства поражения. После победы, после разгрома россиян, российской армии, вот эта вся эта полумиллионная толпа разбежится по всему миру. Их доставать будут наши спецслужбы и будут минусовать на месте. Их же не будут тянуть никто в суд, ничего там доказывать, показывать, что-то там это самое, проталкивать какие-то идеи миролюбства. Их надо просто, их будут просто минусовать. Сейчас уже минусуют, гуровцы работают, СБУшники работают за ниткой. Служба внешней разведки, силы спецоперации минусуют. Но это сейчас не массовый эффект. После победы у нас останется десятки тысяч специалистов, которые зайдут в любую страну в мире, найдут всех, кто был причастен к геноциду украинцев, и их там поубивают. Весь смысл вообще этих действий. А апеллировать, а к кому апеллировать? К организации озабоченных наций апеллировать? Так у нас сотни тысяч украинцев убиты. Сотни тысяч убиты. А они даже не чешутся. К МВФ апеллировать? Так они собираются к ним уже ехать дальше. Дальше называется налаживать условия. Это какие-то условия сделать. К ОБСЕ, Красному Кресту. Да по Красному Кресту он, российская ракета зашла, отминусовала людей из Красного Креста. Они даже не почухались от этого. Смысл всей этой работы – это только, как сказать, обеспечить наших прокуроров бронью от постановки в строй. Вот они нашли себе работу вот такого уровня. Она абсолютно никому не нужна. Вот она никакого эффекта абсолютно не приносит. А вот минусовать после войны – это святое. Нам надо будет занять работой десятки тысяч наших спецов по минусованию противника. Они будут работать еще года, где-то 15-20 лет, отминусуют этих оставшихся 500 000 россиян, у которых руки в крови наших людей.
Як ви називаєте її, Організація озабочених націй, так, давайте поговоримо про її роботу. Представник Генсеку заявив про те, що війна має закінчитися з дотриманням територіальної цілісності України. Він підкреслив, що це не відповіді на запитання, так і на коментарі, а це позиція керівництва ООН Романа Григоровича. Ну, а вона про що, власне, свідчить? Ну, тобто, за словами, мають стояти дії. Ну, вот это ж две разные разницы. Говорить и делать. А он по-другому ж не скажет. Если в него задается какой-то вопрос, сама Организация озабоченных наций, она зиждется на определенных уставах, в которых четко забита одна из основополагающих реалий. Это территориальная целостность всех государств, которые входят в Организацию Объединенных Наций. А что он другое скажет? Ну, то есть он и проговаривает эту тему по поводу территориальной целостности. Так а все в мире об этом в основном и говорят. Никто ж не говорит о нетерриториальной целостности государства нашего Украины. Даже Си Цзиньпинь за территориальную целостность государства. Ну, это же две разные разницы говорить и делать. Давайте территориальную целостность Украины не будем трогать, но оставим российские войска на оккупированной территории. Ну, вот белое и черное. Потому слушать, так сказать, заявление и при полном бездействии, ну, нет никакого смысла. Вот было определенное действие Организации Объединенных Наций в 91 году, если вы помните, тогда иракская армия напала на Кувейт. Была принята определенная резолюция, была создана коалиция под эгидой Организации Объединенных Наций. Коалиция шести государств, в основном, которая перебросила туда свои войска и под резолюцию Организации Объединенных Наций, иракская армия была разбита, разгромлена коалицией в ноль практически. Освобожден Кувейт согласно устава ООН. Он был освобожден. После этого иракская армия была практически в ноль развеяна. И еще несколько десятков лет Ирак выплачивал, согласно резолюции, опять же, там было решение суда, ООН выплачивал десятки миллиардов долларов, причем и коалиции, которая потратилась на эту войну, и Кувейту, восстановив практически все его проблемы, которые принесла иракская оккупация. Вот это ООН отработала правильно, грамотно, единственный раз, наверное, за всю вообще ее историю. Вот если бы они это сейчас сделали то же самое, вопросов бы к ним не было. А так это сейчас Организация озабоченных наций, которая в основном занимается проеданием тех бюджетов, которые собираются со 180, сколько там государств ООН входит, под 200, собирают в них взносы и проедают их конкретно. Ну, иногда вот такие спичи вываливают о том, что они тоже за суверенитет. Ну, вот примерно так. У нас есть там хороший специалист. У нас постпред Украины, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций, дипломат с хорошим, с таким серьезным кейсом действий на этом фронте, Кислица. Он очень много чего делает. Иногда, кстати, вот такие заявления, которые он организует, это его как раз работа. В прошлом году, мы уже проговаривали с вами, в прошлом году, 23 февраля, он организовал резолюцию Организации Объединенных Наций, которую подписали 141 страна в мире о территориальной целостности Украины и с требованием вывести российские войска из Украины. Вот Кислица, ну, естественно, со своей командой, продавил эту резолюцию в прошлом году через Организацию Объединенных Наций. Вот как ее можно использовать? Ну, как площадку для информационной подачи, может быть, и не более того. А после этого эти канцелярские крысы угробили эту резолюцию. Там была 141 страна подписалась о территориальной целостности и о выводе российских войск. А в этом году придумали какую-то платформу мира под 10-7 требований, там 3 осталось от формулы мира. Придумали в Швейцарии какой-то мировой сходняк, на который приехало в 2 раза меньше стран. И подписали только какие-то 3 пункта в основном экономического плана. То есть вот иногда работу наших дипломатов, профессионалов, просто тупо спускают в унитаз абсолютные непрофи. Ну, то есть, ну, крысы канцелярские, что тут о них можно сказать? Они где-то сырка пожевать, да по закромам его порасставать, больше ничего не будет.
Давайте повернемося до подій на фронті. Аналітики Американського інституту вивчення війни повідомляють про те, що Збройні сили України зайшли на агрегатний завод у Вовчанську. Геолокаційні кадри показують, як росіяни завдають ударів по наших українських позиціях там. І говорять про те, що це вказує на те, що нещодавно ЗСУ відновили втрачені позиції всередині заводу. Романе Григоровичу, звісно, що поки що, напевно, рано робити якісь висновки, але тим не менше, з вашої точки зору, ось ця ситуація, це свідчення просто того, що ми, якби, ми відбиваємо позиції, про перехід позиції з рук в руки, те, що ми, в принципі, спостерігаємо, так? Чи тут можна про те, що, говорити про щось більше? Ну, це так називаємо бої в городських постройках. Іноді буває, дом переходить із рук в руки, і підвал в течение дня по 3-4 рази. І агрегатний завод, ну, чуть більше, звісно. Ну, примерно та ж сама позиція. Росіяни туди заползли еще несколько месяцев назад. Мы их отсекли с помощью артиллерии, то есть это называется оперативное окружение. Они не туда подойти толком не могли, не выйти, что уж точно не могли с агрегатного завода. А пробивались группы, пытались усилить их на агрегатном заводе, перебрасывали туда воду, снабжение какое-то. С помощью дронов россияне пытались поддержать эту свою группировку. В конце концов ее раскатали артиллерийским огнем уже саму эту группировку. Ну, естественно, зашли на некоторые позиции, опять же, не совсем для контроля, скорее всего, для того, чтобы выдавить или добить остатки россиян. И это такой переходной приз, я бы так сказал, потому что он так расположен, агрегатный завод, его контроль дает возможность там контроля в радиусе нескольких километров вокруг него. И, в принципе, россияне до него толком добраться не смогли, а мы его возвращаем потихоньку. Но для того, чтобы решить вопрос непосредственно по Волчанску, это вопрос не в агрегатном заводе. Заходить надо с тыла. То есть вот эти наши движения, которые сейчас в районе Журавлевки происходят, мы же еще пытаемся проломить российскую оборону по Северному фронту в нескольких местах. И в районе Курщины сейчас на Веселое идет движение, там довольно-таки неплохое. На станции Глушково идет движение наших войск, то есть пробиваем, пытаемся зайти в тыл той группировки, которая зашла сейчас на Снягость и пытается там зайти на Любимовку. Это нормальный, кстати, ход, он приведет к определенным положительным моментам. Ну, это тоже в районе Журавлевки, это западнее Липцов, под Харьковом, также уже на территорию Белгородской области. Вот оптимальный вариант — это выйти в тылы этих двух группировок, которые в районе Липцова и в районе Волчанска сейчас на нашей территории российских, и их оттуда просто либо выдавить, либо отсечь, либо уничтожить, в зависимости от возможностей. Это, я думаю, еще впереди. Впереди у россиян сейчас большая проблема. У них ресурсы заканчиваются, они их сожгли практически на оперативный прорыв до Покровска. В Покровск не зашли, не хватило ресурсов, потому что мы их связали на Курщине. Еще раз повторюсь, если бы не связали, эти десятки тысяч россиян были бы сейчас все в Покровске. Они бы тогда прорвали до третьей линии обороны и сейчас бы уже контролировали Покровск. А сейчас ресурсов у них хватает, всех ресурсов, вообще всех ресурсов. У россиян хватает реально только выдавить наши войска из Курахова, Угледарского, Кармана, эти два гарнизона. Чем они сейчас занимаются, причем-то очень сильно торопятся до дождей, до осенних дождей, и если там задождит, там уже сильно, конечно, не подождет. Вот эти остатки ресурсов они туда сейчас тратят. Потому ни на Волчанск, ни на Липцы, ни на Курщину у них уже просто не хватает сил, средств на данный момент. Посмотрим, как впереди будет ситуация развивается. Главное, чтобы нам хватило. Тут тоже большой вопрос. У нас тоже не так много сил, средств для того, чтобы выполнять сразу несколько задач. Ну, хотя бы в основном задачи обороны. То есть, если мы где-то наступаем на узких участках фронта с короткими прорывами, то есть для этого не надо большого количества сил, средств. А для того, чтобы обороняться, нам надо в три раза меньше, чем надо россиянам для наступательных. Давайте проговоримо важке питання. Це питання втрат. Видання Wall Street Journal із посиланням на конфіденційні дані пише про те, що загальні втрати України та Росії у війні сягнули мільйона військових. Станом на початок року кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 тисяч, а поранених – 400 тисяч. Оцінки західних розвідок щодо російських втрат різняться. За деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 тисяч, а поранених – близько 400, пише видання. Але при цьому більше
шкодять ці втрати Україні, тому що населення значно менше, так наш, ніж у Росії. А Володимир Зеленський відмовляється мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років, тому що більшість з них, цих людей, ще не мали своїх дітей. І стоїть питання про демографічну кризу у майбутньому. Коли ми говоримо про втрати, про те, що війна ще триватиме довго, так, Роман Григорович, ви говорили про це, що ще кілька років, так, років, так однозначно. Тобто ми розуміємо, що ці цифри можуть бути значно більшими. Тобто питання таке, а що далі? Надо підходити правильно к этому вопросу. И вообще к ведению бойових действий как таковых. Почему у нас большие потери? Ну почему у росіян большие потери, это понятно, они наступают. Любая наступающая армия несет потери в 3 раза больше обороняющих, от 3 и дальше, она может и в 10 раз больше нести. То есть не меньше 3. Если наступает, однозначно не меньше 1-3. Потому почему у россиян в 3 раза больше, чем у нас? Ну, это и так понятно. Чисто из-за наступательных действий мы обороняемся. А у нас потери большие по одной простой причине. Потому что у нас воюет не профессиональная армия, а любительская. Тем более на последние полгода, после того, как, ну не полгода, может быть, чуть меньше, после того, как приняли закон о мобилизации, этот умеровский, после этого у нас вообще воюют из-под палки, называется. Ну, то есть людей, которых бусифицировали на улице, перевели в этот режим военнослужащих и пытаются их заставить воевать. Людей, которые воевать не могут по разным причинам. Вот я не могу пирожки печь, хотя не пробовал никогда, но, скорее всего, не могу. Так я не буду их браться это делать. И вот та же самая, люди не могут воевать. Так вот, нельзя заставать людей, которые не могут воевать. Причин миллион, почему не могут воевать. Каждый на себе может примерить. А вот представьте себе другую картину. А вот каждый может летать на истребителе или нет? Каждый себе примерьте. Полетите вы на истребителе или нет? Просто так. Это касается, кстати, и всех политиков, и большинство генералов сухопутных, которые иногда загоняют людей из-под палки в строй. Это же тоже бывает. Потому примерьте на себя, давайте сядем и слетаем, и посмотрим. После 5-й бочки будете рыгать, как чайки. Всю кабину обрыгаете. Почему? Потому что генетически не приспособлены к выполнению определенных действий и задач. Это как раз генетика, это абсолютно не связано ни с какими дополнительными занятиями как таковыми. Хотя можно там кое-что подучить, но если не можете, так это точно не можете. Так вот, не могут все воевать. Вернее, не все могут воевать даже, я бы так сказал. Воевать может где-то 1% от населения. Реально 1% от общего количества населения, которого можно поставить в строй, он будет воевать. Все остальные просто погибнут. Погибнут, потому что они просто не могут, не успевают отреагировать, не успевают что-то сделать из-за того, что там не хватает синапсов. Не то количество нейронов в голове, не вовремя эти синапсы в свое время проросли, но это уже биология, так сказать, все любого человека. Потому это основная задача. Нельзя ставить в строй людей, которые воевать не могут. Нам нужна профессиональная армия. И вот именно то, что у нас в строю стоят не могущие воевать, это дает очень большие потери. Профессионалы, у профессионалов потери очень маленькие. Они же прекрасно понимают, где двигаться, куда, как работать, как уйти от потери. Это очень важно. Ставить задачу «давайте умрем за Украину», так это неправильно. За эту задачу надо ставить стенки и расстреливать. За Украину надо жить, выжить на поле боя, убить противника. Вот за Украину надо, чтобы противник умер, а не министр обороны умер. Ну вот примерно так. И это очень важно, и это тоже важно. То есть это уже мотивация как таковая. И потому мотивация важна. И здесь мотивацию убили вот этим законом. У нас, получается, остановился поток даже рекрутинга, который был прямой рекрутинг. Потом включили еще механизм рекрутинга, общего рекрутинга. Он просто остановился после того, как начали бусифицировать людей. Ни один человек, понимающий, с кем имеет дело, с поставленными в строй с помощью палок, он не пойдет, профессионал не пойдет воевать с людьми, которые воевать не могут. Он прекрасно понимает, что он тоже погиб. Вот и в этом большая проблема. Это основная проблема.
для того, чтобы у нас не было потерь в будущем, а воевать нам еще долго. Мы войну не остановим, никакими методами не остановим. Вплоть до того, что сейчас остановимся, сдадимся, но, поверьте, этот метод приведет к тому, что еще больше погибнет потом, после того, как россияне начнут жевать всю Украину. Погибнет миллионы украинцев, потому что у них задача геноцида украинской нации. Поэтому самый худший вариант для нас, он еще хуже, чем кто-то бы думал. Поэтому нам однозначно придется воевать. Так вот, воевать должна профессиональная армия. Именно в профессиональной армии самые меньшие потери. Причем эта профессиональная армия должна быть выстроена по всей вертикали управления, начиная с головы и заканчивая срочной службой. Не срочной, а заканчивая рядовым составом. То есть вся вертикаль должна быть профессиональная, и вот только в эту армию тогда могут пойти люди. Но до этого надо зачистить все эти механизмы. Нам надо вообще отпустить людей, которых бусифицировали с армии, демобилизовать, отправить на гражданку, чтобы они... Ну, не гибли это, как минимум, потому что они же не помогают выполнять боевую задачу. Они уходят. Вот почему мы сейчас теряем, кстати, Донбасс? Как раз из-за этого бусифицировали людей, которые не могут выполнять боевую задачу, отправили удерживать позиции. Ребята, которые никогда в руках не то, что там автоматы, пистолета не держали, они сейчас должны удерживать россиян. В это время сотни тысяч внутренних войск, я уже это неоднократно говорил, внутри гоняют бабок с семечками. А ребят, которые никогда в руках оружие не держали, выставили на оборону, допустим, того же Востока, они что делают? Они либо гибнут, либо уходят. Почему мы теряем позиции сейчас по Востоку? Потому, а это, естественно, потери, это очень большие потери. Как раз вот любители-то и гибнут буквально пачками. Поэтому для того, чтобы этого не было, надо перевести рельсы как раз на создание профессиональной армии. Для этого надо мотивация финансовая, мы тоже это уже неоднократно говорили, мотивация финансовая, подача правильная, прямой рекрутинг и дальше подготовка серьезная. Плюс, естественно, достаточное количество техники. Потому воевать, но что такое мотивация, мотивированные профпригодные военнослужащие? Это те военнослужащие, которые видят себя всю свою жизнь в армии. То есть это профессионалы. Это военные это вообще-то профессия. Не просто так говорят, кому-то война, а кому мать родна. Так вот, поверьте, 1% населения война это родная мать, я бы так сказал. Они воюют всю свою жизнь и будут воевать. Вы еще попробуйте их забрать с фронта. После того, как кончается война, они еще потом ищут еще горячие точки, чтобы еще где-то повоевать. Так вот их надо поставить в строй. Они как раз меньше всего гибнут. Они просто знают, у них определенная скорость реакции. Они прекрасно знают, что надо делать, когда надо делать и когда делать не надо. Ну вот примерно так. Потому здесь такой комплексный подход, он должен быть, но только этот подход может организовать люди, которые в этом что-то разбирают. Люди, которые полные нули в военной сфере, а я уже показывал неоднократно, умира, вот яркий пример министра обороны. И вот таких умеровых у нас, ну сколько, все, кто принимает решения с политической стороны имеется в виду, они все ж такие, они ж нули полные в армейской теме. Естественно, не отстроить никогда эту систему управления не получится. Это только тогда, когда произойдет смена власти, в основном военные придут к власти, тогда будет отстроена система профессиональной армии, и она будет выполнять задачу, люди будут ходить как на работу на выполнение боевых задач. В течение не одного года, не двух, десятков лет, потому что служат в основном от 20 до 40 лет, ну в среднем, минимум 20, а так максимум до 40. То есть это оптимальный вариант. Ставить строй, допустим, сейчас призывы идут, там поставить строй всех и вся, так нам не то, что ставить, да, надо поставить строй, может быть, опять же, не с подпал, а пригласить военнослужащих от 21 до 49 лет. Вот раньше 21 в строй лучше не ставить. Можно учиться хоть с 10 лет, неважно. Но выполнять боевую задачу юноша или девушка может не раньше 21 года, полных 20 лет, а так с 21 года уже может выполнять боевые задачи. Там правильно складываются определенные механизмы в мозгах. А это очень важно. И в 49 надо людей выгонять из армии.
В 49, вот полный 49, 50 стукнуло, все, до свидания, близко, чтобы в армии не были. Почему? Потому что это как чемодан без ручки. 50-летний человек, как чемодан без ручки, его нести тяжело, а бросить жалко называется. Максимум оставлять генералов там до определенного срока, там 60-65, в зависимости от надобности, и не более того. Вот 21-49, вот это самый оптимальный вариант. Но опять же, не из-под палки, а приглашать. То есть сначала мотивировать, а потом отбирать профприбыль. Вариантов других у нас просто нет. Иначе мы как нация можем кончиться. Действительно, если с такими потерями, как сейчас есть, как они артикулируются, где-то они такие есть. Если считать по военным, до сотни тысяч потерь может быть среди военнослужащих. То есть допускаю, исходя из определенных коэффициентов потерь россиян, относительно их цифр на себя экстраполируя, у нас потери среди военных до сотни тысяч. Может быть там 50, 70, 80. Вот, сложно, мы точно никогда не узнаем, только после войны. И это, кстати, правильно. Можно только примерно. То есть до сотни тысяч потерь, а 1 к 4, 1 к 5 у нас потери санитарные, так называют. То есть а это еще несколько сотен тысяч. А реальные потери людского населения, включая гражданских, у нас больше 300 тысяч сейчас. Это уже понятно было где-то с 22 года, особенно когда россияне раскатали Мариуполь, там до сотни тысяч человек погибло. В самом Мариуполе гражданских до сотни тысяч человек. Мариуполь все-таки больше 300 тысяч город, и до сих пор их найти никто не может. А потом это все сгребли, закатали и зарыли. Россияне же не просто так на Мариуполь рвались. Они и почему отстраивают Мариуполь? Они пытаются скрыть эти потери, понимая, что это в чистом виде геноцид. Забрасывать дома, вернее, забрасывать города с помощью авиационных бомб, то есть калории бомбардировки устраивать. У них это прошло в Алеппо. Никто же даже не почесал. Они на Алеппо оприходовали эту тему и засыпали авиационными бомбами Мариуполь. И убили там под сотню тысяч мариупольчан. Естественно, дальше размажьте или там примерно представьте, какие потери за уже третий год войны по всем остальным городам, по весь Амот, и получится где-то больше 300 тысяч потерь среди украинцев только. Потому цифры там намного страшнее. После войны еще сильно ужаснемся этим цифрам, к которым привела эта война. И неготовность нашей власти эту войну как-то предотвратить. Романе Григоровичу, традиційно триблід запитання для вас підготували. Скажіть, будь ласка, чи наступ Збройних сил України на Курщині зменшив ракетний терор України? Вряд ли. Я не заметил этого. То есть наступательные действия на Курщині по некоторым позициям они даже еще увеличили, только не ракетные, конечно, а авиационно-бомбовый удар, то есть с помощью тех же КАБов они сейчас пытаются как-то контролировать выход наших войск из-под Сум, почему и Глухову достается, сейчас там и Сумам, и Конотопу в последнее время достается, то есть по Сумам они работают. Уменьшить давление с помощью ракет на нас, это можно только уничтожая носители или ракеты. Вот сегодня был удар. Скорее всего, Главное управление разведки или служба безопасности, кто-то из них работает, удар был сегодня по Энгельсу беспилотниками. Вот это подход правильный, это уменьшит удары ракетных ракет по нашей территории. Сейчас надо быть предельно осторожным. Россияне, скорее всего, в районе 25 сентября, плюс-минус день, должны нанести, исходя из их действий последний третий год, должны нанести ракетный такой массированный ракетный удар. В это время делегация наша поедет в Соединенные Штаты, россияне всегда подгадывают вот такого рода поездки и начинают утюжить Киев, утюжить там Кривой Рог или Украину, потому надо быть вот предельно аккуратным 25-го плюс-минус день. Росіяни знову обстріляли Харків, так, це моє рідне місто, ви знаєте, Романе Григоровичу, а чи мають вони можливість, ну, от закидати КАБами Харків? Ну, они, у них до сих пор эта возможность однозначно есть, пока мы не отодвинем, ну, мы это уже сколько миллиарды раз говорили, давайте проговорим еще раз. Пока мы не отодвинем линию боевого соприкосновения, линию границы под Белгород, для того, чтобы создать определенную 50-километровую полосу, 50-70 километров полосу безопасности для
серьезных систем ПВО, то есть для Патриота, для СМТ. Для того, чтобы Патриот развернуть над Харьковом, надо эту зону безопасности 50-70 километров. Иначе российские ланцеты их просто выщелкают, все пусковые установки, и сам Патриот в том числе. Потому его надо прикрыть вот такого рода действием. Дальше уже начинать работать с российскими Су-34, с помощью Патриота, F-16 и летающих радаров. Вариантов других практически нет. Ну, все Су-34 на аэродромах мы не уничтожим, Байден не даст. Это самое лучшее ЗРК, мы уже говорили. Самый лучший зенитно-ракетный комплекс у россиян – это президент Соединенных Штатов Байден, который на данный момент не дает возможности нам их уничтожить дальними средствами поражения. Восени обстрілів буде більше? Однозначно, да, однозначно россияне будут, сейчас они пытаются с помощью шахедов выбить нашу энергосистему, причем не генерацию, генерацию они практически раскатали, они сейчас пытаются выбить распределение электроэнергии, то есть работают по подстанциям, по электроподстанциям, по линиям электропередачи, почему-то выделенные деньги на оборону, вернее, на создание укрытий определенных, они не видны, по крайней мере. Россияне даже шахедами выводят из строя наши подстанции. Это большой вопрос к тем, кто Ніколи не крав. Ну, от примерно так. Романе Григоровичу, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам, як завжди, за всі ваші цікаві відповіді, за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями та порадами. Безмежно вам за це подяка. І давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Друзі, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. А нас вже більше 4 мільйонів. Я нагадую, я дякую кожному за підтримку. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Романе Григоровичу, буду вас чекати. Дякую. До свидання.